Привет всем, друзья! В этом видео я хочу показать, как сделал декоративную штукатурку из гипсовой шпаклевки. Также можно применять другие шпаклевки строительные, фасадную или же гипсовые штукатурки. Что касается инструмента. Инструмент я использовал обычный грибок для крепления листов минваты и пенопласта. Такой вот нехитрый инструмент для создания этой фактуры. Значит, наносим материал примерно около 3 мм. Дальше я беру этот такой так называемый штамп и наношу, штампую такие вот кружки разнонаправленными движениями в разные стороны. Саму фактуру эту можно наносить на небольших объемах именно. Для так называемых вставок в разных видах интерьера. Можно при желании сделать и большую стенку, просто на это уйдет больше времени. Наносим, не сильно прижимая. Дальше, когда фактура высохнет, грунтуем грунтовкой глубокого проникновения. До этого можно ее немного пригладить. Когда она подсохнет, зачистить, чтобы грунтуем. Краску я использовал фасадную, значит, заколированную темно-коричневым красителем. Красим этой краской. Применять можно также любые другие краски, водоэмульсионки, латексные, также краски подойдут. Все зависит от того, где будет эксплуатироваться эта фактура. Значит, красим. Здесь можно применить один цвет и оставить именно в одном цвете. Это уже будет готовый вариант, и покрыть его акриловым лаком на водной основе. Валик я использовал с длинным ворсом, для того, чтобы лучше закрасить нашу фактуру. Дальше вторым слоем я применял перламутровую эмаль золота. Она применяется, наносится по верхам фактуры валиком. Используется велюровый валик с коротким ворсом. Этот вариант второй покраски придает фактуре более нарядный, так скажем, нарядный цвет. Можно выделить элементы отдельные в виде откосов там, или каких-то арок чуть-чуть. Вот такой вид декоративной отделки можно использовать с таким непростым инструментом. Спасибо, друзья, за просмотр. Подписывайтесь, если было интересно. До новых видео. Счастливо!